Рождественская звезда зажглась. 12-й региональный фестиваль духовной музыки состоялся при поддержке областного министерства культуры. В этом году организаторов порадовало большое число участников, более 30 коллективов. Повышается и статус фестиваля. Независимо от возраста, участники относятся к подготовке репертуара с большим уважением. Растет, вы знаете, в каком? В профессиональном уровне. То есть приезжают коллективы, очень сильно готовятся, то есть подбирают репертуар, соответствуя именно положению. То есть это колядки, щедривки, это христославные песни. Руководители относятся с большим уважением и трепетом к этому фестивалю. То есть чувствуется, знаете, соревновательность, потому что это фестиваль, но внутри он конкурс. Победители выбирали в двух номинациях – народное и академическое пение. По итогам концертных прослушиваний награды фестиваля достались братчанам, коллективам из Усть-Илимска и Нижнеудинска. Среди призеров жюри выбрало 10 творческих объединений. Они примут участие в фестивале русской духовности и культуры «Сияние России», которое пройдет в сентябре в Иркутске. Юлия Любишина, новости «Сейчас».